Глава Твери Алексей Огоньков совместно с депутатами городской думы и представителями общественности провел инспекционную поездку по местам ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и новых объектов дорожного строительства в Московском и Пролетарском районах. О том, на какой стадии находятся работы, мы рассказываем в первом материале выпуска. Одна из самых крупных инфраструктурных строек этого лета – новая дорога по улице Левитана. Для жителей Южного она имеет большое значение, поскольку соединит улицу Левитана с жилой застройкой и откроет транзитное движение по улице Вологодской. На сегодняшний день дорога уже в высокой стадии готовности. Выполнены основные работы по перекладке инженерных сетей, завершается подготовка щебеночного основания. Следующий этап – укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Идет проверка работы подрядчиков, ставим им определенные задачи. Есть шероховатости, но тем не менее, вот такие поездки, они очень хороши тем, что как раз можно их выявить и вовремя устранить. Вообще, как и в былые годы, мы пытаемся подходить к объектам комплексно. То есть, если делаем, например, что-то, общественное пространство по программе «Комфортная среда», то хотим и рядом закрыть все темы по ремонту дорог. Еще один значимый объект в микрорайоне Южный – бульвар Гусева. Здесь проводится комплексное благоустройство. Помимо ремонта проезжей части, на участке вблизи центра образования номер 49 строится новый тротуар. Обустраивается необходимая пешеходная инфраструктура. Буквально недавно мы проверяли в составе комиссии 49-ю школу. Очень много вопросов было по благоустройству территории, потому что приближается 1 сентября. Вот сейчас мы видим, что работа по благоустройству бульвара Гусева, на котором мы находимся, подходит к концу. Мы видим, что идет большая работа. Мы видим уже намеченные контуры тротуаров, что осталось практически их заасфальтировать. В Заволжье одним из объектов инспекции стала площадь Конституции и прилегающие к ней участки. На самой площади уже лежит новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас ведутся работы на проезде от площади к ярмарке на остановке вагон-строительный завод. Парковки, дороги, тротуары. Я очень много общаюсь с жителями, и я понимаю, что они очень позитивно принимают этот объект и, в общем-то, довольны. В настоящее время в Твери ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ведется на 44 из 49 объектов. Основные работы планируют завершить к 1 сентября.